Знакомьтесь, полиция. В четверг все подразделения регионального МВД приехали в гости к отдыхающим лагере «Березовая роща». Цель визита – познакомить детей с работой полицейских, продемонстрировать все возможности служб. Одна из задач органов внутренних дел – это проведение профилактической работы. Она осуществляется в разных формах. Например, сегодня на базе лагеря «Березовая роща» мы проводим комплексное межведомственное мероприятие под названием «Школа безопасности». Цели данного мероприятия не только профилактика правонарушений различных среди несовершеннолетних, но также и обучение их навыкам, основам безопасности здорового образа жизни, основам безопасности жизнедеятельности. Бойцы спецотряда по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «Гром» приехали не с пустыми руками. Привезли целую коллекцию оружия. Все стволы настоящие, но совершенно безопасные. Кинологи приехали со своими хвостатыми напарниками. Четвероногий полицейский служебный пес «Явр» всегда готов протянуть коллегам лапу помощи. В поиске ему просто нет равных. Но сегодня Явр просто стойко переносит все прикосновения и объятия. Что поделаешь, если это входит в должностные обязанности? Он спокоен, мне кажется, он смирился просто. Ему нужно общаться со всеми. Это как мы в школе проходили, раздражители. Ему нужно уметь все, справляться со всем. Самое главное – терпение. Как всегда, наибольший интерес у мальчишек и девчонок вызвала работа экспертов-криминалистов. Ребятам показали чемоданчик эксперта, объяснили, как ищут следы преступников и другие важные улики. А у самых любознательных даже сняли отпечатки пальцев. Обычно типографская краска. Одну руку ему, одну руку тебе. Наносится красочка, типографская краска. Сразу контраст, да? Появляется, и уже видно ваши узорчики. Как я вам говорю, они еще могут проявляться, когда вы принимаете, ходите в баню, принимаете душ горячий или в ванну. Соответственно, да? Информация не только интересная, но и полезная для каждого у инспекторов ГИБДД. В лагерь они привезли с собой лабораторию безопасности. С ее помощью рассказали и показали, как вести себя на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. Причем это касается не только детей-пешеходов, но и детей-водителей. Велосипед должен оборудован быть следующим образом. Сзади устанавливается катафот красного цвета, спереди катафот либо фонарь белого цвета. На колесах должны быть установлены светоотражатели оранжевого цвета. Оказалось, работа полицейских не только важная и ответственная, но и очень интересная. Ребята поначалу даже не хотели отпускать стражей порядка. Но пришлось. Служба превыше всего. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Ивановский район.